Добрый день, с вами снова Ренат. А это значит, вы в моем небольшом, но уютном саду в этот теплый солнечный день 17 июня 2020 года в городе Астрахань. Очень многие спрашивают меня в своих комментариях, на каком же все-таки расстоянии высаживать клоновидные яблони. В этом видео я постараюсь очень коротко рассказать вам об этом и показать. Итак, показываю вам, на каком же расстоянии у меня растут клоновидные груши и яблони. Ну вот, смотрите, расстояние можете видеть сами. Это примерно 50-60 сантиметров. Вот это вишня. Рядом груша. Всего полметра между ними расстояние. Это клоновидные яблони. То есть это клоновидные яблони классической формы. От боковых веток я избавляюсь своевременно, видите? То есть в этом году была осуществлена пинцировка побегов. Через полметра растет черешня. Тоже произвел обрезку этим летом, избавился от прироста за этот год. Соответственно, черешня у меня не столь растет вширь, сколько вверх. Клоновидная груша через очередные полметра, видите? Никому ничего здесь не мешает. Растет каждое дерево в свое удовольствие. Это клоновидная яблоня. Также полметра. Посажена в прошлом году, видите. Очередные полметра и очередная клоновидная яблоня. Посмотрите, каких внушительных размеров она достигла. Рядом еще одна клоновидная яблоня. Только посажен уже в прошлом году. Также полметра. Это груша. Карликовая клоновидная, тоже на расстоянии полметра. Себя прекрасно чувствует. Это клоновидная яблоня. В прошлом году посаженная. Тоже все нормально. Видите, какой хороший центральный побег. Но это трехлетка. Очередная клоновидная яблоня. Тоже растет строго вверх. Также была осуществлена пинцировка побегов. Вот видите, прищипывание. И вот еще клоновидные яблони, которые также растут на расстоянии около 50-60 сантиметров друг от друга.
Ну вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, который вы мне пишете в комментариях. На каком расстоянии можно сажать деревья? Сажайте смело на расстоянии полуметра, и все у вас будет хорошо. Так что, если у вас маленький сад, и вы думаете, что у вас не хватит места для плодовых деревьев, сажайте смело клоновидные яблони на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного и полезного.